Добрый вечер, дорогие друзья. Давненько я вам не показывала ничего из хендмейда. Иногда я этим занимаюсь по необходимости и по желанию, конечно. Смотрите, в преддверии Дня Святого Валентина, не зря здесь сердечко такое, я покажу, что из этого будет. Это будет не просто валентинка, а очень даже полезная вещь. Итак, смотрите, две заготовочки сердца. Я взяла вот такие вот в одной цветовой гамме, но разные оттенки. И сейчас оформляю одну из половинок. Можно, конечно, и вторую вышить или аппликацию какую-то придумать. Ну, вот я оформляю вот эту часть. Кто не знает, это выполняется стебельчатый шов. В нем главное ниточку опускать либо вверх, либо вниз. То есть, вот если она, я опускаю ее вниз, ниточку. И шаг за шагом прошиваю от точечки до точечки. Вот такой вот стебелечек. Сейчас посмотрю. Я, честно, никогда по шаблонам, ну, могу что-то взять в качестве примера, но обычно, конечно же, получается эксклюзивное, потому что по ходу ориентируешься, какой изгиб, как лучше изогнуть и как лучше дать. Ну, вот так. Вот, смотрите, решила я сделать еще вот здесь вот такой вот листочечек в технике, ну, вот типа гладь я делаю. Не обязательно, в том-то и дело, что не должны быть под линеечку одинаковые там диаметр цветочков, листочков, потому что в природе вы же знаете, что обязательно, ну, разные длины, и лепесточки, и листочки одного единого, поэтому вот нужно имитировать именно вот так. Так, сейчас сделаю, наверное, еще один цветочек. Так, ну вот. Продолжаем вот такими вот стежочками мы это делаем. Причем, повторюсь, что разной длины, как в природе. Накладывать, если хотите, где-то видно, что недостаточно, накладывайте поверх еще слой. Ну и продолжаем. Ну, посмотрите, вот такая вот, получился вот такой вот цветочечек. На изнаночной стороне маленьким стежочком мы закрепляемся в петелечку. И еще раз можно повторить. Отрезаем ниточку. Ну, а теперь сейчас немного еще зелени я добавлю. Вот эту ниточку я не отрезала. Добавлю немного зелени сюда. Посмотрите, вот такая красота получается. Сейчас покажу, еще сделаю французские узелочки. Как это делается? Мы берем, наматываем максимально близко к нашему изделию. Делаем завиточки 2-3. И максимально близко вкалываем в нашу ткань и протягиваем. Вот он, французский узелочек вот такой получился. И сейчас сделаем еще. Таким образом у нас выходит. Друзья, теперь складываю я две половиночки. Можно, конечно, и с другой стороны вышивку сделать, но сейчас просто вам уже покажу. Односторонняя будет. Соединяю я две половиночки. Так, ниточку, чтобы не потерять. Решила, что будет такого же зелененького цвета. Закрепляю хорошенечко вот эту часть. Несколько раз вот так. И далее можно швом, конечно,
петельным, но я решила, что мне надо более такие аккуратненькие стежочечки, поэтому хочу, просто будет шовчик вперед иголочка, маленькие такие аккуратненькие стежки делаю. Толстый фетр, поэтому сейчас попробую, чтобы одновременно вот так вот пропустить. Угу, может, получится. Шум вперед. Так, ниточки, конечно же, у меня мулины. Вот смотрите, сейчас я специально сделала узелочек. И, конечно, узелочек мы должны прятать в невидимой части, то есть изнутри. Вот спрятали узелочек, вот этот хвостик. Заправили, чтобы не было видно. И прошиваем дальше. Стежки нужно делать, конечно же, равномерные. Мне нравятся максимально такие маленькие, аккуратненькие стежочки. Особо никакой силовой нагрузки не будет на это изделие. Сейчас раскрою, покажу вам. Это не просто валентиночка, у нее очень даже такое предназначение важное. Заканчиваем. Сейчас покажу, как мы будем фиксироваться. Важный момент, потому что... Так, ну, во-первых, вот в этой части я возьму все-таки вот так вот пройду, как мы и начинали, таким образом. Ну, закреплю, да, чтобы... Ну, а теперь, смотрите, закрепляемся, последний наш, и в петелечку вошли. Еще раз повторили также петелечку. И ни в коем случае не отрезаем. Проводим нашу иголочку вовнутрь. Вовнутрь. Вот вывела я внутри нашего сердца. И вот здесь внутри уже обрезала. Так. Ну вот такая красота у меня вышла. Ну а теперь для чего нам это нужно? Да. Это книга, а это у нас закладочка для книги. Я думаю, что многим понравится эта идея, и вы тоже изготовите себе такую чудесную закладочку. До новых встреч, друзья! Вот такие, посмотрите, закладочки у меня получились. Вот эту я обшила петельным швом. В разненькую. Можно здесь какой-то декоративный шовчик пустить. Вот такую вышивочку я сделала. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки.